Температурный режим первого летнего месяца июня отставал от нормы на 1-2 градуса из-за холодных ночей. Но в начале июля на юг области пришла жара 30-34 градуса. К разряду аномальных это лето синоптики не относят, но вне всяких сомнений войдут в климатическую летопись дожди. Буквально за трое суток в Сарове выпала месячная норма осадков. Но это не рекорд, поскольку в заречной части Нижнего Новгорода такое же количество осадков выпало всего за 12 часов. А в целом самый-самый обильный на дожди был июль 1989 года, три месячных нормы. В оставшиеся июльские дни сохранится достаточно высокий температурный режим. Новая рабочая неделя в Сарове будет теплой и солнечной. Воздух прогреется до 30 градусов. Но дожди все еще не собираются сдавать своих позиций. Ливни обещают во вторник, 25 июля. Небольшой дождь синоптики прогнозируют и к концу недели, в воскресенье. В ближайшие двое суток 23-25, ночью около плюс 15. Что касается второй половины рабочей недели, воздух при южном ветре прогреется до плюс 30, ночью в пределах 20, это на 5-6 градусов теплее обычного. И на пересменке двух месяцев июля и августа часто в наших районах усиливается гребень Азорского антициклона, поэтому жаркие дни еще будут. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.